Во дворе дома на молодогвардейцев вспыхнул автомобиль с газовым баллоном. Девушка едва успела выскочить из салона машины. По рассказам очевидцев, только стоило автоледи завести автомобиль, как тут же произошло возгорание. Пожарные приехали буквально через 5 минут, но машину уже было не спасти. На ней были наклейки службы такси. Пассажиров с автоледи не было. На ликвидацию возгорания у сотрудников МЧС ушло всего пару минут, но огонь был очень сильным. От машины к тому моменту остался лишь остов. Что стало причиной пожара? Короткое замыкание или утечка газового баллона, выясняется. А это видео пожара в тот же день. Произошло возгорание деревянного сарая. На месте работали 8 пожарных и было использовано 2 единицы техники. Сарай был уничтожен целиком. Помимо этого пострадали и 2 рядом стоящие легковушки. Огонь повредил кузов, бампер и треснули лобовые стекла. Пострадавшие подозревают, что виноваты подростки. Предварительная причина пожара – это неосторожное обращение с огнем. Видимо, дети играли в сарае с огнем и все вспыхнуло, а потом пострадали и машины. Ущерб – десятки тысяч рублей.